Третий градостроительный форум «Выставка в Тюмени» продолжается. Мы продолжаем знакомить вас с участниками этого форума. Рядом со мной находится директор Союза саморегулируемой организации строителей Тюменской области Елена Катаева. Елена Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Елена Сергеевна, вы заявлены с докладом в рамках круглого стола «Проблемы и перспективы подготовки кадров для строительной отрасли». Сегодня одна из проблем, которая существует, это, наверное, все-таки нехватка рабочих рук, которая у нас образовалась еще в период пандемии. Наверняка об этом тоже будет идти речь. Вот эту проблему как сегодня можно решать? Ну, здесь необходимо, получается, привлекать внимание в целом профессии строителя, престижу этой профессии, работая с молодым поколением средних специальных образовательных учреждений высшего звена и, соответственно, популяризируя, тем самым мы можем заполнить эту нишу новыми кадрами. Каких специалистов у нас сегодня не хватает? Можете так перечислить пару, чтобы молодые люди, которые нас смотрят, знали, на кого идти учиться? Ну, если среднее специальное образование брать, то это в первую очередь рабочие специальности каменщик, штукатур, то есть прям рабочие специальности. Но не меньше спрос на высококачественных подготовленных специалистов высшего звена, то есть с высшим образованием. То есть немаловажно наличие на стройке квалифицированных организаторов строительного производства. То есть это люди, которые уже получили высшее образование, то есть умеют правильно организовать процесс потоки строительных материалов, людских ресурсов и так далее. То есть каждый блок в строительстве, он важен, конечно, важен, нужен и требует квалифицированных кадров наличия. То есть как рабочих специальностей, так и высшего звена. Но в рамках форума вы, насколько я знаю, будете говорить о грядущих изменениях в законодательстве. Да. С 1 сентября. Да. Такие... 30 декабря был принят федеральный закон, который вносит изменения в градостроительный кодекс Российской Федерации. Это основной закон, регулирующий у нас деятельность в области строительства. Данным законом было определено, что с 1 сентября вводится обязательность независимой оценки квалификации для специалистов, организаторов строительного производства, которые как раз у нас закрепляются за организацией. И именно их наличие делает возможным вступить строительным организациям, саморегулируемым организациям, строителей, проектировщиков, инженерных изысканий. Таким образом, с 1 сентября необходимым для членства в СРО будет как раз наличие специалистов, которые прошли независимую оценку квалификации. Что это такое? Это экзамен, который состоит из двух частей. Теоретическая часть и практическая часть. Методики сформированы, разработаны. Теперь задача строительного сообщества подготовиться к этим изменениям, которые грядут, и своевременно свои кадры отправить на обучение, на экзамены и тем самым соответствовать законодательству. Мои соведущие Ксения Волкова и Лилия Тагиева также общаются с экспертами на площадке форума. Предлагаю послушать. Мы продолжаем изучать экспозиции третьего градостроительного форума выставки Тюменской области. И сейчас мы находимся у стенда ТИУ. Хочу познакомить вас с Еленой Владимировной Корешковой, заместитель директора Института архитектуры и дизайна по учебно-методической работе. Елена Владимировна, ну расскажите, что вы сегодня демонстрируете. Добрый день. Ну, на этом стенде представлены, во-первых, работы наших обучающихся. Это от 1 до 5 курса. Непосредственно вот в этой части, где мы с вами находимся, здесь находится у нас макеты по сохранению культурного наследия. Это и работы как раз первокурсников, это работы, связанные с реставрацией жилых домов, которые находятся у нас как историческая ценность. Если мы посмотрим с вами туда дальше, то здесь представлены концепции курсовых проектов и дипломных работ наших обучающихся. Это уже курсы постарше, это 3-й, с 3-го по 5-й курс.
если вы внимательно смотрели, то работы достаточно сложные. Ребята очень долго работали над ними. И все, кто на данный момент подходит к нам, к нашему стенду, говорят, что действительно на очень высоком уровне все это сделано. Но это пока только концепция. К сожалению, пока еще ни одна из этих работ не претворена в жизнь. Ну, а что нужно сделать, чтобы это претворилось в жизнь? То есть какой следующий шаг? Ну, следующий шаг – это, скорее всего, участвовать в конкурсах, которые устраиваются как на уровне администрации, так и на уровне международном и всероссийском. Ну, я думаю, что наши ребята будут достойны и выиграют эти конкурсы, если будут в них участвовать. А скажите, вообще, студенты, ребята, которые вот все это делают, вы их как-то мотивируете или вот они сами проявляют инициативу? Ну, во-первых, это курсовые работы, которые у них запланированы. Во-вторых, это дипломные проекты. Ну, и в-третьих, это результаты прохождения практики, которые у них тоже обязательные. Большое вам спасибо. Ну, а наш форум продолжается, поэтому не переключайтесь и оставайтесь с нами. Продолжаем эфир. Рядом со мной сейчас находится генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Алексей, вы заявлены у нас на практической сессии «Городская среда как пространство развития креативной экономики». Что это из себя представляет? Что значит креативная экономика и современный подход в городской среде? На самом деле, креативная экономика, креативная индустрия – это, наверное, один сейчас из самых попсовых терминов, который описывает экономику знаний, экономику, связанную с культурой. Креативная индустрия – это тот сектор экономики, где продукт рождается за счет интеллекта человека. Ну, это творчество, это IT, это урбанистика, развитие городской среды, дизайн, различные технологические стартапы. И понимаем, что для этого сектора экономики нужна особая среда. Среда полная смыслов, среда нестандартная. Потому что, конечно, наверное, ни для кого не секрет, что внешний вид города рождает новые смыслы, побуждает творческих людей творить. И наоборот, творческие люди меняют городские пространства. Есть определенный тренд и мировой, и российский, когда на базе неиспользуемых объектов открываются новые культурные пространства. В Тюмени, к примеру, какой объект можно взять, вот где наверняка выстрелит? Я прорекламирую еще одно буквально событие. Буквально в ближайшую пятницу на этой неделе мы приглашаем местные сообщества предпринимателей, общественников посмотреть уникальное абсолютно пространство, которое находится рядом с железнодорожным вокзалом. Там есть прекрасные водонапорные башни, веерное депо, ряд объектов культурного наследия, которые сегодня либо не эксплуатируются, либо профиль которых может быть изменен. И сейчас есть определенные договоренности о том, что наше агентство вместе с общественностью постарается разработать концепцию преобразования этих пространств. Конечно, это будет очень хорошим, сильным ходом туристическим, который повлияет и на туризм, и на экономику, потому что огромный запрос от местных художников, создателей появления таких пространств. Ну, еще один пример, который уже был, который показывает, что это работает. Наверняка многие слышали, что в прошлый теплый сезон на территории дворика швейной фабрики, которая находится в самом центре города, работало пространство «Фактура творческая». Это тоже пример ревитализации, когда территория, в общем-то, промышленного объекта использовала для целей культуры. Ну, хороший пример, и они не единичны. Остается нарабатывать опыт, создавать, открывать для себя что-то новое. Вот лично вы какие механизмы преобразования таких территорий видите? Что вы можете предложить? Форматы есть очень разные. Есть интересная процедура, которая пока широко не используется в нашем регионе. Так называемая процедура заключения договоров доверительного управления. В чем смысл? У каждого объекта, конечно, есть свои собственники, есть свои владельцы. Если объект на сегодняшний день не используется по каким-то причинам, ну, значит, либо владельцы не видят механизмов его использования, либо не понимают экономику, либо что-то другое не складывается. Есть проектные команды, которые понимают, а как строится экономика подобных объектов, и могут объекты брать по договору доверительного управления, при этом объект не переходит в собственность управляющей компании, а управляющая компания управляет эффективно объектом, получая определенный процент с этих средств. Таких примеров много.
При этом есть и большие истории, связанные с франшизами. У нас многие культурные пространства в Москве открывают франшизы, либо заходят на преобразование имеющихся пространств именно по договорам, либо связанных с франшизой, либо доверительного управления. В Тюмени такая форма практически не использовалась. В отношении объектов государственных либо муниципальных точно и не использовалась, но вариант хороший. Есть другие варианты, когда имеются у собственника здания определенные площади, которые также не эксплуатируются, но которые могут быть либо переданы в аренду тем компаниям, которые могут развивать креативные пространства, либо может идти процедура вообще создания отдельных новых организаций, где получается два соучредителя, и прибыль делится от реализации проектов, которые происходят на этом пространстве. Все механизмы на самом деле возможны. Остается пробовать и смотреть, что из этого выстрелит. А соучастное финансирование, о котором вы говорили, оно вот какое место занимает во всем вот в этом? Действительно, есть механизм соучастного проектирования, а есть такая процедура, которая реализуется в администрации города, называется инициативное бюджетирование. В чем здесь смысл? Есть определенная доля бюджетов, которые расходуются на основании предложений жителей. То есть есть прямо жестко установленный механизм, когда жители могут предложить проекты по преобразованию территорий, проведению каких-то событий на этих территориях. И, в принципе, все тюменцы могут проголосовать за выделение бюджета на этот проект, либо не выделение бюджета на этот проект. Вот буквально на днях были подведены итоги очередного конкурса по инициативному бюджетированию, и целый ряд проектов выстрелил, которые точно будут реализованы на объектах, относящихся к креативным индустриям. Это кинофестиваль 0+, есть фестиваль музыки, кубинской музыки и танца Чака-Чака и ряд других. Мы понимаем, что жители, в общем-то, своим голосом проголосовали за то, чтобы бюджет был потрачен на эти события, которые пройдут в культурных пространствах. И мы видим, что механизм тоже вполне себе рабочий. При этом выиграл еще и ряд проектов по преобразованию определенных городских территорий. Это тоже голосование, очень открытая процедура. Мне она, на самом деле, очень нравится, потому что житель решает, куда пойдет бюджет. Такое некое народное голосование. Да. Народное голосование. И мы видим, что сегодня вот создателям объектов, организаторам мероприятий на этих объектах можно предлагать варианты. И вполне возможно привлечение городских средств, вполне рабочий механизм. Моя соведущая Ксения Волкова пообщалась с экспертом форума. Передаю ей слово. Мой собеседник Артем Геннадьевич Павлюченко, руководитель управы Центрального административного округа администрации города Тюмени. Артем Геннадьевич, здравствуйте. Сегодня вы будете участвовать и обсуждать с остальными участниками форума тему «Комфортная городская среда и вовлечение памятников архитектуры в культурное и туристическое пространство». Вот с какими предложениями вы будете выступать? Сегодня надо сказать, что вообще меняется парадигма, и памятники архитектуры уже не являются такими ограничениями при пространственном развитии территории, а наоборот являются возможностью. И наш посыл тот, что невозможно сегодня развитие городских территорий без интеграции памятников архитектуры, истории архитектуры в активную городскую жизнь, в туристическое, экономическое пространство наших городов. И как раз памятники могут обогатить наши территории, и наша задача дать им вторую жизнь, наполнить их каким-то новой жизнью, новыми смыслами и включить в городскую экономику. Скажите, вообще в Тюмени у нас, вот на ваш взгляд, есть на что посмотреть? Вот на каком мы уровне именно по вовлечению, да, архитектуры? Наш город вообще, конечно, является успешным, но и в нашем городе есть объекты, которые сегодня без всякой функции. И сегодня есть проекты, которые как реализуются застройщиками, девелоперами, так и муниципалитетом, городом, совместно с регионом. То есть, если говорить о городских вложениях, то мы сегодня делаем, и уже заключен контракт на пешеходную улицу Дзержинского, где порядка 30 объектов культурного наследия, и они все поэтапно будут отреставрированы. И также включаются в процесс девелоперы, застройщики, которые на своих территориях, развивая свои территории, не просто строят новые дома, а также и восстанавливают объекты культурного наследия. И вот эти именно объекты, они становятся жемчужиной этих комплексов жилых. Вот на примере можно привести Первомайская Одина, либо территория Речпорта, где объекты культурного наследия, красно-кирпичная архитектура тюменская, стали такими жемчужинами. Спасибо вам большое за полезную информацию. Всего доброго.
Тюмени продолжается третий градостроительный форум выставка Тюменской области. Мы продолжаем знакомить вас с участниками этого форума. Рядом со мной главный архитектор проекта проектной группы по разработке градостроительной документации Управления градостроительного планирования, доцент кафедры дизайна архитектурной среды Института архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета Анна Медведева. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Гульнара. Вы будете рассказывать про нашу пешеходную улицу Дзержинского. Да, все верно. Что у нас с проектом сейчас? Он уже разработан, он уже готов, работы начнутся? Он уже разработан, он уже готов, прошел экспертизу, поэтому уже начинается реализация потихонечку. Сколько сил было вложено в разработку проекта? О, это вообще, знаете, достаточно сложная и долгая история, потому что, ну, вообще речь о том, что улица Дзержинского должна быть пешеходной, в архитектурных кругах идет уже на протяжении многих лет, я не побоюсь этого времени упомянуть. И то, что наконец это стало возможным, вот реализация этого объекта, это, конечно, ну, стоит очень огромного усилия и профессионального сообщества, и администрации, безусловно, и горожан, которые принимали участие на этапах там, соучаствующих в проектировании. Поэтому колоссальное количество времени, труда и, да, и души туда вложено. А горожане активно принимали участие? Да, у нас еще до того, как началась разработка проекта по улице Дзержинского, были проведены дизайн-сессии с горожанами, которым предложили принять участие. Они были разделены на несколько тематических групп, и каждая из групп разрабатывала свои идеи, принципы, которые, допустим, что им было бы интересно. То есть у нас были, допустим, группа бизнес, группа туризм, то есть и каждая со своей точки зрения, каждая группа, ну, вот, вкладывала свои смыслы в эту улицу. И уже, конечно, при разработке проекта мы старались это все не потерять. А можете привести пример какого-то предложения, какой-то идеи простых жителей, которую вот включили в проект? Конечно. Во-первых, основная идея, как и жителей, и профессионального сообщества, это в том, что очень важно сохранить то, что мы имеем. Все-таки эта улица уникальна своим архитектурным наследием. Нигде у нас в городе не сохранилось такого количества памятников архитектуры, которые, ну, на сегодняшний день у нас существуют. И очень важно было сохранить это. И поэтому те материалы, которые, допустим, были использованы, то есть это тоже должна была быть, ну, какие-то деревянные, то есть природные, природные материалы сохранить. Потом саму идею, то есть как туристический поток, то есть там, допустим, сама графика улицы, что это улица-река, тоже такой смысл, и мы эту идею постарались сохранить. Ну, то есть как бы основные такие тезисы, мы все это постарались учесть. И мало того, именно благодаря вот этим, вот этому соучаствующему проектированию бизнес узнал о том, что, ну, такой проект предполагается, и никому не нужны памятники, которые стояли очень долгое время, да, разрушенные и просто неинтересны инвесторам, них, в общем, нашли своих будущих хозяев. И помимо того, что объекты получат новую жизнь, еще и инвесторы заинтересовались прилегающими территориями к этой улице. И тоже разрабатывается проект. Поэтому это очень такая сложная система, которая, конечно... То есть этот проект запустил некую такую цепную реакцию, конечно, получил очень хороший отклик. Ну, такой драйвер, да, развития, как мы это называем. А сейчас на каком этапе? Работы какие-то там уже начались? Да, на сегодняшний день уже начался первый этап, но это прям вот начало-начало. То есть у нас первым главное этапом... сделать же первый шаг. Ну, это да, знаете, как страх чистого листа всегда. Первым этапом это замена сетей. И сейчас уже, да, на прошлой неделе начались работы. Ну, в общем, это пока самое начало, но тем не менее мы начали. А когда у нас срок завершения планируется? Ну, мы планируем до 2025 года реализовать все задуманные этапы. Ну, тут уж как получится. То есть уже совсем скоренько. Ну, Анна, спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам. Продуктивной вам работы на форуме. Спасибо вам большое.